С задачей не справились. Управляющие компании, которым было дано 5 дней на расчистку дорог и внутриквартальных проездов от снега, в сроки не уложились. Метель, репетиция слаженности работы администрации и коммунальных служб, отметил Олег Фурсов. Глава администрации ежедневно объезжает районы города и пока оценил ситуацию на 3. Основные претензии к управляющим компаниям. У нас там 3500 дворников выходит в целом по городу. Проверяем, да нет никого. Нам говорят, в 5 часов утра выходит. В 5 часов проверяем, никого нет. Кого обманываем? Живем в одном городе, смотрим в глаза соседям, своим, так сказать, друзьям. И зачем нам? Кому эти цифры-то нужны? Значит, разбирайтесь, почему дворники не работают. Может, платить им побольше надо, может, контролировать их нужно. Глава администрации отметил, несмотря на указание в снегопад приступать к уборке улиц в 3 часа ночи, ни одна из управляющих компаний не выполнила это требование. В результате жители вынуждены были выбираться из своих подъездов по сугробам, а машины буксовали на внутриквартальных проездах. Коллеги, так нельзя. Мы вот в январе, значит, в первой неделе января практически каждый день были на работе. Ряд руководителей управляющих компаний отдыхали за рубежом. Слушайте, но вы кризисные менеджеры вообще-то. Вы должны пахать, когда здесь снег, когда здесь грязь, отдыхать тогда, когда все нормально. Еще одна наболевшая проблема – очистка крыш. На их расчистку также были даны 5 дней, и снова коммунальщики не справились. Уже было несколько случаев травматизма, один из последних – упавший на 32-летнюю женщину сосулька в Октябрьском районе. Мы предполагаем, что руководитель управляющей компании в субботу-воскресенье организуют еще дополнительные бригады, привлекут к тем существующим, и, наверное, как они говорят, сотрудников, которые являются сотрудниками управляющей компании, продолжат эту работу. То есть, если говорить в целом, то есть, ну, мы выходим сегодня на 60% за неделю очистки скатных крыш. В апреле частных коммунальщиков ждет экзамен на профпригодность, лицензирование. Руководство города считает, рынок коммунальных услуг должен быть очищен от дилетантов. Сегодня в Самарской области лицензированию подлежит почти 250 обслуживающих организаций. В их управлении находится более 20 тысяч домов. Валерия Квасневская, Константин Головин. События.